Магадан проведет региональный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Душа всегда свободна». В связи со сложной эпид-обстановкой он пройдет в онлайн-формате. Организаторы – специалисты образовательного творческого объединения культуры регионального центра Колымы. Принять участие в фестивале смогут жители Магадана и области. Здесь будут представлены творческие номера разных культурных направлений. Свои выступления участники подготовили заранее, записали на видео и отправили организаторам онлайн-концерта. В этом году мы приняли более 15 заявок. Ограничений по возрасту не было. Номера будут разноплановые, то есть мы собираем онлайн-концерт, в котором будут и пение, и танцевальные номера, жестовое исполнение вокальных номеров. Многие из участников проявили креативность. Они смонтировали свои ролики самостоятельно. Также они украсили свои выступления фотошопом, спецэффектами, различными фильтрами, декорациями и яркими костюмами. За участие в онлайн-фестивале все конкурсанты получат памятные призы, сладкие подарки и дипломы. В этом мероприятии победителей не будет. Это сделано с тем, чтобы никого не обидеть, отметили организаторы. Прием заявок на онлайн-фестиваль уже закончен. Концерт можно будет посмотреть в инстаграм культурной организации «Гаук Отток», а также на YouTube-канале.